При проведении рейдов в Лазаревском районе сотрудники полиции установили факт нарушения правил розничной продажи алкоголя. 40-летний местный житель организовал реализацию пива в нестационарном объекте. Всего в помещении было обнаружено и изъято 120 литров алкоголя. В отношении предпринимателя составлен административный протокол. Санкции статьи предусматривают штраф с конфискацией спиртного. Подобные факты установлены также в Центральном и Адлерском районах. В торговых павильонах обнаружено и изъято более 30 литров пива. В отношении местных жительниц 45 и 39 лет также составлены протоколы. На текущий период сотрудниками сочинской полиции составлено более 600 административных протоколов из незаконного оборота. Изъято более 2000 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции.